Казахстан и Египет договорились расширить договорно-правовую базу между странами. Об этом стало известно на встрече спикера Мажилиса с председателем Сената Арабской Республики Абдуляхабом Абдельразеком. Собеседники договорились активизировать работу депутатских групп дружбы двух стран. Ирлан Кушанов отметил, что важно обмениваться опытом в сфере законодательства, в частности, подписание соглашения между Казахстаном и Египтом об экстрадиции взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче осужденных лиц. В свою очередь, председатель Сената Арабской Республики выразил полную поддержку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам.